В Каменногорске состоялась встреча представителей национального управляющего холдинга «Байтерек», руководства Восточно-Казахстанской области, нацкомпании, финансовых организаций и предприятий Восточного Казахстана. Участники встречи обсудили потенциал региона, а также механизмы поддержки госпрограмм. На рассмотрение в холдинг предложили инвестпроекты на сумму около 300 миллиардов тенге. По итогам встречи в Усть-Каменогорске подписали десяток меморандумов и соглашений между организациями холдинга и предприятиями Восточно-Казахстанской области на сумму 50 миллиардов тенге. У нас Восточный Казахстан действительно вызывает большой интерес, потому что здесь очень высокие и устойчивые темпы роста экономического, потом очень высокая доля обрабатывающей промышленности, высокий инновационный потенциал. И такое высокое количество соглашений на сумму более чем 50 миллиардов, это только вот за один приезд. Все эти проекты входят в карту индустриализации, входят в программу государственного форсированного индустриально-инновационного развития, и поэтому для нас являются приоритетными. Это придаст определенный импульс для развития всех малых, средних и крупных предприятий, создания новых проектов. Как сказал глава государства, вокруг крупных предприятий должны создаваться мелкие по созданию 4-5 передела. И это, конечно, создание новых рабочих мест, это налогооблагаемая база и выполнение реального послания президента.